Привет, народ. Нужна классная магнитола. Приезжайте в Модерн. Друзья, всем привет. Продолжаем делать видеообзоры на автоэлектронику. Сегодня мы сделаем интересный видеообзор на самую лучшую универсальную магнитолу для автомобилей Toyota под названием Marubox. Модель будет называться у нас M1850GPS. Вот. Что собой представляет эта универсальная тойотовская магнитола? Представляет она внешне вот такой вот вид. Значит, данный вид магнитолы имеет размер, значит, 200 на 100 мм и подходит для большинства японских автомобилей. На праворукие автомобили брать она подходит практически на все, потому что там имеется как раз установочный размер 200 под 100. И на многие даже леворукие, скажем так, автомобили она тоже подойдет. Вот. Размер магнитолы специфический и именно подходит только для Toyota. Вот. Значит, почему мы решили снять видеообзор именно про эту модель? Потому что по нашим наблюдениям и сколько мы перебирали магнитол, это действительно самая лучшая магнитола по качеству сборки, по звуку, по интерфейсу, самая классная магнитола. И помимо, я вам так отмечу, честно сказать, ее качество сборки равняется японской качеству сборки. И что я еще хотел отметить, это то, что данная фабрика Marubox по лицензии в Китае собирает на рынок фирменные пионеры и GVC. Вот. Значит, вот так вот выглядит в итоге данная модель магнитолы. Она имеет такой, скажем так, приятный внешний вид. Экран идет сенсорный, почти 7 дюймов, где-то не в радио, это 6,8 дюймов, да, но пишут в основном, что экран идет 7-дюймовый. По бокам, значит, у нас есть дополнительные кнопки и крутилки. Крутилки очень приятные, то есть приятно крутятся, по-другому они называются энкодеры, работают мягенько. Вот. На передней также панели у нас есть сразу выход под USB флешку, он находится под закрывашкой под этой, вот под USB, под карту SD, да, то есть, ну, или через переходник SD-шный, можно microSD-шную карту поставить, и AUX, вот. Также данная магнитола умеет работать с навигацией, то есть сюда заливается ПО на основе Navitel, ставится вот флешка сюда с навигацией, вот в этот разъем, где написано Map, карта, вот, и у нас будет в этом случае тогда навигация на основе Navitel, вот. А далее, значит, что еще отметить? Ну, дополнительно есть дублирующие кнопки, тоже очень приятные и легко нажимаются, не топорные. Значит, давайте перейдем к заднему внешнему виду. Сзади она выглядит вот таким вот образом. Что еще хочу отметить? Видите, да, сколько в ней дырок под болты идет? То есть она встанет, эта магнитола, практически на любые штатные уши Toyota. То есть абсолютно практически на все, скажем так, все комбинации здесь крепление присутствует. Вот. Давайте дальше перейдем к комплектации магнитолы. Вот так вот выглядит ее коробка. Что у нас идет в комплектации? Значит, комплектация, ну, прежде всего, гарантийный талон. И вот все, что идет у нас, какие провода. Значит, удлинитель идет у нас в комплекте USB. Еще что я не отметил, очень важный момент. У магнитола умеет спереди играть флешку, да, USB есть спереди выход. И сзади, вот, пожалуйста, сзади тоже есть дополнительный USB вход. То есть их получается два. И в комплекте поэтому идет фирменный USB удлинитель. Довольно-таки тоже толстый провод хорошего качества. Вот. Также в комплектации у нас есть дополнительные тюльпаны. Что сразу отмечу, к данной магнитоле можно подключить 2-4-канальный усилок и плюс еще отдельный сабовый выход. То есть без проблем можно еще подключить любой сабвуфер. На тюльпанах это есть. Дополнительно у магнитола идет 2 видеовыхода и также отдельный выход под возможность подключения камер заднего вида. Ну, также можно и подключить камеру переднего вида на остальные видеовыходы и там, допустим, какой-нибудь потолочный монитор. Вот, колодка идет. А дальше пойдем. В комплекте идет GPS-антенна. То есть вот так вот она выглядит. Тоже довольно-таки на длинном проводе. Вот просто классическая GPS-антенна, какую можно заметить у многих японских автомобилей в стандарте, она идет на панели.
друзья, также в комплекте есть такой интересный разъем. Вроде как, с одной стороны мини-джек, а с другой стороны видео и два аудио входа. Вот. То есть, помимо, вот как я сказал ранее, вот этот вот так называемый AUX, он умеет не только аудио воспроизводить, но также и видео. Если мы подключим вот этот вот разъем сюда и воткнем вот сюда какой-нибудь видеоплеер, у нас можно магнитолу передавать видео. Вот. Тоже классно, да? Магнитола удивляет. Вот. Вот это у нас в комплекте. Также в комплекте немаловажно. Фирменный, классный пульт. Он не такой вот китайский, хлипкий. Он реально клевый пульт, который не хуже, чем комплектуется во всяких пионерах, фирменных GVC и альпайнах. Реально вот приятный на ощупь. Прям приятно его положить будет куда-нибудь возле бардачка. Что вот есть вот такой вот приятный пульт. И помимо, он работает не как вот все китайские, да, что мучаешься, тыкаешь ему, ну вот на магнитол ищешь, где у него там ER-сигнал, то есть передача, и тыкаешь в него прям, что надо в него попасть. Он берет с любого угла, то есть как фирменный пионер, вот с этого угла можно звук добавить, с этого угла, то есть находясь на заднем сидении, да, на втором ряду сидений, на третьем ряду сидений, он будет брать. И брать практически с любого угла, то есть как, ну, не знаю, как его назвать, как с объемным микропортом, вот, идет данный пульт. Это точно вам говорю. Также в комплекте идет батарейка для пульта. И, что немаловажно, полная инструкция на русском языке с подробным описанием и техническими характеристиками магнитолы. Пожалуйста, друзья. Вот. И самое главное, да, разъем был воткнут, и это вот в комплекте. Самый главный и основной фирменный тойотовский разъем, на котором есть основная фишка, да, на котором располагается питание передней колонки, вспомогательная вторая фишка, на которой идут задние колонки, и выход под руль. То есть данная магнитола, помимо всего, еще умеет и кнопки на руле. То есть без проблем подключается и программируются кнопки на руле. Без всяких проблем. Вот, вот такая вот комплектация данной магнитолы. Ну а теперь давайте включим и ознакомимся с данным аппаратом поближе. Друзья, вот мы подключили, значит, магнитолу к стенду. Давайте посмотрим и ознакомимся с ее меню и интерфейсом. Вот, включаем магнитолу. Вот появляется заставка Murubox. Магнитола грузится очень быстро. Вот, значит, мы попадаем в основное меню магнитолы. Ну, давайте начнем внешне, да, оценим, значит, матрица здесь очень приятная, насыщенная и яркая. Сенсор очень отзывчивый. Сразу скажу, сенсор здесь идет резистивный, то есть не мкостной, а резистивный, но очень живучий на морозах. Вот, в принципе, легко и приятно нажимается. Вот мы попали в основное меню магнитолы. Вот так оно выглядит. А еще сразу отмечу, многие спросят, а есть ли подсветка клавиш у магнитолы? Да, подсветка есть. Если включим габариты, допустим, да, у машины, хоп, у нас вот включилась подсветочка, экран чуть притух. Вот, подсветка у магнитолы синяя и зеленая. В данном случае она синяя. Потом я покажу в настройках, как включить зеленую подсветку. Вот, выключим сейчас подсветочку. Значит, вот общее меню магнитолы. Что у нас есть? В принципе, информативный и удобный рабочий стол. Слева у нас, значит, мы видим на первом листе меню радио, навигация, возможность подтверждения дисков, Bluetooth. Давайте посмотрим, что у нас есть на второй странице. Значит, есть тут, значит, R-USB, это, то есть, тыльная флешка, ну, то есть, тыльный USB вход, F-USB, это, значит, фронтальный USB, то есть, спереди. AV-вход 1, AV-вход 2, то есть видеовходы, возможность воспроизведения SSD музыки, настройки кнопок на руле, ну и сами основные настройки. Ну давайте начнем с первого меню, что у нас здесь есть. Режим радио, давайте посмотрим. В режиме радио все в принципе удобно тоже и понятно, да, то есть вот, значит, у нас волны какие есть. То есть, допустим, выбираем нам волну, нас интересующую, да, зажали кнопочку здесь, хоп, волна настроилась. Так, допустим, следующую волну выбираем, допустим, там 90 и 55, зажали кнопку, все, волна у нас настроилась. Значит, можно сохранить сколько радиоволн, да, радиоволн можно сохранить здесь всего 18. А то есть, вот, допустим, первый лист 6 радиоволнами сохранить можно, вот переходим на второй лист, тоже 6 радиоволн,
И третий лист тоже 6 радиоволн. Здесь можно сохранить. То есть вот так. Что еще отметить бы хотелось, да, что у магнитолы есть УКВ, да, что, допустим, если вы живете в регионе, где есть радио, которое ловит в УКВ, здесь работать оно будет. То есть радиоволн здесь начинается от 65 и выше. Вот. Дальше пошли. Давайте посмотрим следующий пункт меню. Навигация, да? Значит, здесь навигация, как я сказал ранее, есть, она присутствует. Сюда можно закачать только навигационную программу Navitel. Другие она поддерживать не будет, только Navitel. Записывается Navitel, значит, на флешку, microSD-шную флешку вставляется вот сюда в слот, и можно будет ею пользоваться. Вот, навигация сейчас в данном случае закачана. Давайте включим, посмотрим. Зайдем в саму навигацию. Вот, значит, она загружается. Ну да, в случае здесь стоит последний Navitel. Грузится тоже таки довольно-таки быстро. Вот он загрузился Navitel. Все как в обычном навигаторе. Просто берем, выполняем, допустим, поиск. Там выбираем страну, город. Ну, допустим, Томск поставим. Да, находимся в Томске. Поставим Томск. Выбрать улицу, любую там, да, выбрать здание, жмем поехали, все, нам магнитол выстраивает маршрут, все, и можем двигаться по вот этому маршруту. Вот, значит, здесь все работает, как в обычном навигаторе, все быстро и классно. Выйдем из навигации, давайте посмотрим следующий пункт меню. Дальше пойдем диски, да, значит, вот у нас есть пункт диски, магнитол, значит, у нас всеядный, читает и CD, и DVD, и MP3 диски, ну, вот, допустим, DVD-шный диск, читает магнитола довольно-таки быстро, да, загружает, все показывает, в общем, магнитола у нас всеядная, вот. Пошло видео, допустим. Вот, давайте дальше перейдем, посмотрим следующее меню. Значит, в магнитоле, так же, как и в любой нормальной, есть такая функция, как Bluetooth. Значит, можно соединить, значит, магнитолу у нас с Bluetooth, да, с телефоном, и с помощью нее разговаривать. Микрофон, магнитола имеет у нас встроенный микрофон, он располагается на передней панели магнитолы. То есть, в принципе, качество связи довольно-таки приличное. То есть, вот, полезная функция есть. Также можно музыку слушать через Bluetooth. Вот. Пойдем дальше, посмотрим. Значит, интересное такое меню, как переднее и заднее воспроизведение флешки, да, то есть магнитола как умеет воспроизводить с переднего USB флешку, так и с заднего. Умеет работать одновременно с двумя флешками, то есть, ну, просто выбирайте первая или вторая флешка. В данном случае сейчас воткнем флешку в задний разъем, посмотрим плеер у магнитолы. Ну, грузится довольно-таки быстро, вот так вот выглядит плеер у магнитолы, да, то есть плеер тоже, в принципе, информативный, понятный и удобный, то есть пишется название трека, а также есть, можно перейти в список, да, поиск по папкам есть, можно зайти в каждую папку, выбрать нас интересующий трек и воспроизвести. Также есть быстрая перемотка трека. Огромный, даже не то что огромный, а наиогромнейший плюс магнитолы – это качество звучания. Качество звучания магнитолы на высоте. Звучит она не хуже, чем фирменный пионер, который стоит в районе 20 тысяч. Это я прям вам говорю уверенно. Вот. В магнитоле есть довольно-таки развернутый и богатый эквалайзер звуковой, да. Он у нас включает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 полос, то есть 12-полосный эквалайзер. Есть фильтр низких частот, фильтр средних частот, фильтр высоких частот. Каждая настройка... Тут для каждой частоты она присутствует. Каждую частоту можно настроить отдельно, вручную. Вот. Также есть предустановка эквалайзера. То есть можно настроить, просто общую выставить настройку эквалайзера. Да? Также в магнитоле присутствует регулировка баланса. Да? То есть можно отрегулировать баланс. То есть тыл, фронт можно влево-вправо отрегулировать. Также настройка саба есть. Да? Больше-меньше. Саб убавить, саб добавить. Тоже это есть. Еще раз повторюсь, в магнитоле очень богатый звук. То есть по звуку не хуже, чем дорогие, довольно дорогостоящие фирменные пионеры, GVC и так далее. Вот.
Дальше пойдем. Значит, также в магнитоле можно воспроизводить и видео с флешки. Да, как это сделать? Заходим в общее меню. Значит, и у нас тут и присутствует выбор. Значит, музыкальные файлы, видеофайлы и фотофайлы. Вот, также можно перейти, просто нажав на видео, да, посмотреть, какое есть у нас видео. То есть быстрая перемотка, все есть, видео работает довольно-таки шустро. То есть качество тоже воспроизведения довольно-таки хорошее. Быстрая перемотка, все это, магнитолы есть. Вот, то есть любые практически видеоформаты магнитола понимает. То есть, скорее всего, файл, который вы скачаете с интернета, да, он, скорее всего, будет воспроизводить. Сразу скажу, что магнитола понимает намного больше форматов, чем нежели всякие фирменные GVC и пионеры. Вот, ну дальше, как я говорил, это видеовход 1, видеовход 2. Воспроизведение музыки с SD, флешки, да, ну, в принципе, все то же самое, что с USB. Возможность подключения кнопок на руле и их настройка, да, то есть каждой клавишей можно назначить кнопку, то есть и настроить. Вот. Ну и что у нас еще остается? Пункт — это настройки, да, что у нас есть в настройках. Значит, в настройках у нас есть основные настройки, да, то есть выбор языка, какой регион FM, то есть расширенный, не расширенный, калибровка экрана, значит, что еще есть, подсветка кнопок. Вот, значит, подсветка кнопок, да, я говорил, что есть синяя и зеленая, ну, допустим, вот сейчас синяя, да, у нас включена, хоп, выбрали, можно и зеленую поставить, подсветку кнопок. Вот. Дальше пойдем, значит, настройки есть у нас времени, да, режим там часовой пояс, можно выбрать дату, режим какой часов, настройки по звуку, да, то есть дополнительные настройки по звуку. Вот я показывал вам эквалайзер, здесь тоже дополнительные можно настройки по звуку настроить. Вот. Дальше настройки видео, настройки диска, с диска, да, какие можно настройки здесь выбрать, там субтитры выбрать, отключить и так далее. Настройки громкости. И, соответственно, настройки сброса на заводские. Вот. Все, в принципе, очень понятно и интуитивно. Магнитола очень удобная в управлении. Помимо, что я еще могу отметить, да, вот снизу еще забыл сказать, что у нас есть за такие вот иконки, да. Ну, вот это вот справа, это тоже быстрый переход в эквалайзер, вот как я показывал с флешки. А слева вот еще есть у нас это выбор обоев, то есть фонового режима. Можно выбрать, какой фон можно поставить у магнитолы. То есть вот, пожалуйста, представляется несколько видов заднего фона. Вот, и что еще можно сделать, допустим, ну, выбрать, допустим, поменять здесь режим часов, да, допустим, вот видим картинка, вот такая, что вот часовая заставка. Два раза нажимаем, выбрать можно вот такой, допустим, формат часов, тоже, в принципе, довольно-таки прикольно сделано. Вот. Ну, что я в выводе отмечу? Вот так вот, в общем, мы быстро пробежались, выглядит магнитола. Все, значит, вывод, все классно, интуитивно, очень понятно. По звуку классная магнитола, то есть работает все без всяких проблем, без затупков. Вот, отличный, значит, конкурент для пионера фирменного, для фирменного GVC. То, что магнитола встает, четко встанет в любую Toyota, по всем штекерам, по всем штатным разъемам, четко по форме. И все это будет классно работать, будьте уверены. Вот. Модерн однозначно рекомендует данную магнитолу. И не только Модерн, а в принципе в интернете можете посмотреть довольно-таки много отзывов о ней. В общем, это та вещь, в которой вы не разочаруетесь, которая у вас будет работать очень долго и качественно. Вот. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо всем за внимание. Всем пока.